сейчас я не могу пойти позвонить уже или рано. Что так подсказывает вам? Уважаемый господин президент, уважаемая госпожа Рейган, уважаемые дамы и господа, товарищи. Esteemed Mr. President, esteemed Mrs. Reagan, distinguished ladies and gentlemen, comrades. Подходит к концу четвертая за три года встреча руководителей Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, завершается визит президента Соединенных Штатов в нашу страну. We are approaching the end of the meeting between the leaders of the Soviet Union and the United States of America, the fourth such meeting in 3 years. The visit of the United States President to our country is drawing to a close. Мы с президентом подвели итоги диалога наших двух стран на высшем уровне, обсудили перспективы советско-американских отношений, ближайшие и более отдаленные. The President and I have summed up the results of a dialogue between our two countries at the highest level. We have discussed both the immediate and longer-term prospects for Soviet-U.S. relations. Подписаны документы, которые фиксируют достигнутое и дают ориентиры на дальнейшее. We have signed documents which record what has been achieved and provide guidelines for the future. Среди них историческое место займут ратификационные документы, вводящие в силу договор по ракетам средней и меньшей дальности. Among them, a historic place will belong to the ratification documents, which give effect to the Treaty on Intermediate and Shorter-Range Missiles. Состоявшийся в эти минуты обмен ратификационными грамотами начал отсчет эпохи ядерного разоружения. The exchange a few minutes ago of the instruments of ratification means that the era of nuclear disarmament
has begun. Оценивая работу этих дней, мы можем с полным правом сказать, то, что происходило в эти дни в Москве, это большая политика, то есть такая политика, которая затрагивает интересы миллионов и миллионов людей. Assessing the work done over these past few days, we can state our satisfaction and say that what has been happening these days in Moscow is big politics, politics that affect the interests of millions and millions of people. Каждая такая встреча была ударом по устоям холодной войны. Each such meeting dealt a blow at the foundations of the Cold War. Каждая пробивала огромные бреши в ее крепости, открывая выход на простор современной, цивилизованной мировой политики, достойной поистине нового времени. Each of them made huge breaches in the Cold War fortress and opened up passages to modern, civilized world politics worthy of the truly new times. Но большая политика — это значит трудная политика. Каждый шаг, который дается нелегко. But big politics means difficult politics, in which every step is not easy to take. Выверяя каждый новый наш шаг, мы соизмеряем его с интересами безопасности и своих народов, и всего мира. Weighing carefully each one of our new steps, we measure it against the security interests of our two nations and of the world as a whole. Ибо только так можно идти к действительно крупным результатам, обладающим необходимым запасом жизнеспособности. For that is the only way to achieve truly substantial results with the necessary margin of viability. Большая политика — это и большая ответственность, поэтому ее нельзя строить только на собственном интересе, который всегда неизбежно односторонен. Big politics also means big responsibility, and so it cannot be built on pursuing only one's own interest, which is always inherently one-sided. Для такой политики нужна и большая идея. Such politics also needs a great idea. Человечество выстрадало ее среди войн и катастроф, трагедий и событий, бедствий, исканий и открытий 20 века. Humankind has conceived that idea in the pangs of wars and disasters, tragedies and calamities, strivings and discoveries of the 20th century. Это мы считаем идеей безъядерного и ненасильственного мира. Именно она определяет мандат, который советский народ вручает своим представителям, когда они идут на переговоры. This, in our view, is the idea of a nuclear-free and non-violent world. It is that idea that is inscribed in the mandate which the Soviet people give to their representatives at the start of any negotiations. Тем более это относится к переговорам с такой державой, как Соединенные Штаты Америки. This particularly applies to our negotiations with the United States of America. Обращаясь с этих прославленных ступеней Московского Кремля к советскому народу, к американцам, ко всем народам, я заявляю, мы честно и настойчиво действовали и будем действовать впредь во исполнение этого исторического мандата. Addressing the Soviet people and the Americans, addressing all nations, from these hallowed steps of the Moscow Kremlin, I hereby declare, we have been working honestly and with perseverance, and we shall continue to do so, to fulfill that historic mandate. Книгу мира без войн, без насилия, без ядерного оружия уже уписаны первые строчки. И думаю, что теперь уже никому не удастся захлопнуть эту книгу и отложить в сторону. The first lines have already been written into the book of a world without wars, violence, or nuclear weapons. I believe that no one can now close that book and put it aside. Мы с президентом Рональдом Рейганом согласились в том, что стоящая перед нами ближайшая задача – заключение договора о 50% сокращении стратегических наступательных вооружений. Она может и должна быть выполнена. President Ronald Reagan and I have agreed that the immediate task before us, which is to conclude a treaty on a 50% reduction in strategic offensive arms, can and must be accomplished. В совместных трудах и дискуссиях мы научились лучше понимать друг друга, учитывать то, что беспокоит партнера, искать развязки. In our joint endeavors and discussions, we have learned to understand each other better, to take into account each other's concerns, and to search for solutions. Улучшается атмосфера наших отношений, и мы стараемся делать
сделать ее константой не только официальных контактов, но и повседневной практики советско-американских отношений. И здесь мы тоже руководствуемся наказом нашего народа. The atmosphere in our relations is improving. We're working to make it a constant, not only in our official contacts, but also in the day-to-day management of Soviet-U.S. relations. In this, too, we are guided by a mandate from our peoples. Благодаря атмосфере встреч в Вашингтоне и в Москве, в результате достигнутых договоренностей, у американцев и советских людей теперь больше возможностей общения и взаимного узнавания. Thanks to the atmosphere of the meetings in Washington and in Moscow, and as a result of the agreements reached, Americans and Soviet people now have more opportunities for communication and for getting to know each other. Ученые, студенты, школьники, деятели культуры и просто туристы, спортсмены и, конечно, деловые люди, уверен, будут и дальше расширять и рассвечивать ткань сотрудничества, а то и дружественных связей. Они это подчас умеют делать лучше политиков. I'm convinced that scientists, students, schoolchildren, cultural personalities, ordinary tourists, athletes, and of course businessmen will continue to enlarge and add new colors to the fabric of cooperative and even friendly relations. Sometimes they can do that better than politicians. Наверное, еще не родились историки, которым предстоит описать и оценить то, что сейчас делается. Historians who will one day describe and evaluate what is now being done have probably not yet been born. Но каждый день рождаются малыши, кому предстоит жить в 21 веке, те, кому мы должны оставить наследство, безопасный и гуманный мир. But every day, babies are being born who will live in the 21st century and to whom we must bequeath a safe and humane world. От имени советского руководства и советского народа я хочу сказать всем, кто с тревогой и надеждой думает о будущем. Ради этого мы будем работать. И добиться цели мы сможем, только работая вместе. On behalf of the Soviet leadership and the Soviet people, I wish to tell all those who are concerned and yet hopeful about the future, we shall work to achieve that goal, and we can only do it by working together. Благодарю вас. Thank you. Mr. General Secretary, these are historic moments. As we exchange these documents, the instruments of ratification, this treaty, the terms of which we formally agreed to last December in Washington, enters into force. Господин Генеральный секретарь, это исторический момент. Обменом этих документов, ратификационных грамот, договор о положении, которого мы официально договорились в декабре месяце в Вашингтоне, вступает в силу. Mr. General Secretary, you know that our way here has not been easy. At crucial moments, your personal intervention was needed and proved decisive, and for this we are grateful. Господин Генеральный секретарь, вы знаете, что наш путь был нелегким. В критические моменты требовалось ваше личное вмешательство, и оно оказалось решающим. За это мы вам благодарны. So too, Mr. General Secretary, you are aware of how important the objective not just of arms control, but of arms reduction has been to my own thinking and to the policy of my administration since its outset. Вы также знаете, господин генеральный секретарь, то значение, которое придавалось не только ограничению вооружений, но и сокращению вооружений, не только лично мной, но и моей администрации с самого ее начала. 7 years ago, when I first suggested the concept of a double zero treaty, there were those who said that this was so unrealistic an idea that it was irresponsible to even propose it. Others simply dismissed the concept as a propaganda ploy
or a geopolitical gambit. 7 лет назад, когда я впервые выдвинул концепцию договора на основе двойного нуля, кое-кто утверждал, что эта идея настолько нереальна, что безответственно даже предлагать ее. Другие просто списывали ее как пропагандистскую уловку или геополитический тактический ход. But skepticism and doubt bring a barren harvest. And today, on this table before us, we see the fruits of hope, evidence of what candor and realism can accomplish. We have dared to hope, Mr. General Secretary, and we have been rewarded. Но скептицизм и сомнения дают скудный урожай. И сегодня на этом столе мы видим перед собой плоды надежды, доказательства того, чего можно добиться на основе откровенности и реализма. Мы дерзнули надеяться, господин генеральный секретарь, и наши надежды оправдались. For the first time in history, an entire class of U.S.-Soviet nuclear missiles is eliminated. In addition, this treaty provides for the most stringent verification in history. And for the first time, inspection teams are actually in residence in our respective countries. Впервые в истории ликвидирован целый класс американских и советских ядерных ракет. Более того, этим договором предусматривается самый строгий режим контроля за всю историю. И впервые инспекционные группы постоянно пребывают в наших двух странах. And while this treaty makes possible a new dimension of cooperation between us, much remains on our agenda. We must not stop here, Mr. General Secretary. There is much more to be done. И хотя этот договор открывает новые перспективы сотрудничества между нами, еще много осталось на повестке дня. Мы не можем здесь остановиться. Мы должны еще много сделать. As will be seen in our joint statement later today, more progress has been made toward a strategic arms treaty during our meetings. We must try to move forward in the months ahead to complete this START treaty as soon as possible. Много еще осталось из того, что мы видели сегодня, и в месяцы предстоящие мы должны еще много поработать относительно договора о стратегических наступательных вооружениях. So let us continue to expand the frontiers of trust, even as we verify. Mr. General Secretary, even as we verify. Поэтому давайте смотреть на грани, о том, как можем в будущем перейти грани к доверию. Господин генеральный секретарь, мы должны доверять, но и проверять. Я повторяю, все же и проверять. Mr. General Secretary, we've agreed many times that there remain differences, important fundamental differences between us. Господин генеральный секретарь, мы неоднократно констатировали, что между нами остаются расхождения, важные фундаментальные расхождения. Yet, as we work over the long run to narrow these differences, as we work for what I hope will be a new era of peace and expanded human freedom, we must also acknowledge our solemn responsibility to take steps now to reduce the chances of conflict and to prevent war. Но по мере того, как мы работаем и будем работать в течение долгого времени над сокращением этих расхождений, по мере того, как будем работать в направлении того, что будут, как я надеюсь, новой эрой мира на Земле, и большей свободы для человека, мы должны работать в направлении на уменьшение опасности возникновения конфликта и на предотвращение войны. This we have done today, a first step toward a brighter future, a safer world.
И этого мы сегодня добились, первого шага на пути к более светлому будущему, более безопасному миру. America's allies and friends welcome this treaty too. We consulted them fully during its negotiation. Союзники и друзья Америки тоже приветствуют этот договор. Мы с ними постоянно советовались во время переговоров. We made clear that we would never put their security or their interests at risk, that on the contrary, we would sign a treaty only if it enhanced their security, as this one does. Мы их заверяли в том, что мы никогда не поставим под угрозу их безопасность и их интересы, а наоборот подпишем договор только в том случае, если он укрепит их безопасность, что этот договор и обеспечивает. And finally, if I may, I would like to take a moment to thank the United States Senate for their work on this treaty. The way of democracy is sometimes a complicated way and sometimes trying, but it is a good way, and we believe the best way. В заключении хочу поблагодарить Сенат Соединенных Штатов за его работу над договором. Демократический путь иногда сложен и иногда труден, но все же это хороший путь. Мы считаем, что это наилучший путь. And once again, Mr. General Secretary, I want to extend to you and to all those who labored so hard for this moment my warmest personal thanks. Еще раз, господин генеральный секретарь, позвольте мне вновь выразить вам и всем, кто так усердно трудился над этим, мою личную глубочайшую благодарность. Сергей, сюда пойду, да, пришел.